Отец умер ровно год назад. Как раз в этот день, 5 мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу. Ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко. Ты уже в белом, лицо твое сияет. И тогда также били часы. Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой, и между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда, сильный дождь и снег. Зачем вспоминать? Сегодня тепло. Можно окна держать настежь. А березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы 11 лет назад, и я отлично помню, в начале мая, вот в эту пору, в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем. 11 лет прошло, я помню все так, как будто выехали вчера. Боже мой! Сегодня утром проснулась, увидела весну, увидела массу света, и радость заволновалась в моей душе. Захотелось на родину страстно. Не свисти, Маша. Ну, как это ты можешь? От того, что я каждый день в гимназии, потом даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова. И такие мысли, точно, я уже состарилась. И в самом деле, за эти 4 года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня каждый день по каплям выходит и сила, и молодость. И только растет и крепнет одна мечта. Уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь и в Москву. Да, скорее в Москву. Брат, вероятно, будет профессором. Он все равно не станет жить здесь. Вот только остановка за бедной Машей. Маша будет приезжать в Москву на все лето каждый год. Бог даст, все устроится. Хорошая погода сегодня. Я не знаю, отчего у меня на душе так светло. Сегодня утром проснулась, вспомнила, что я именинница, и вдруг почувствовала радость, и вспомнила детство, когда еще была жива мама. И какие чудные мысли волновали меня. Какие мысли? Сегодня ты вся сияешь и кажешься необыкновенно красивой. И Маша тоже красива. Андрей был бы хорош, только он располнел, очень это к нему не идет. А я постарела. Оттого должно быть, что сержусь в гимназии на девочек. Но вот сегодня я свободна. Я дома, у меня не болит голова. Я чувствую себя моложе, чем вчера. Все хорошо, все от Бога. Но мне кажется, если бы я вышла замуж и целый день сидела дома, это было бы лучше. Я бы любила мужа. Такой вы вздор говорите. Надоело вас слушать. Забыл сказать. Сегодня у вас с визитом будет наш новый батарейный командир. Вершинин. Ну что ж, очень рада. Он старый? Да нет, ничего. Самое большее лет 40, 45. По-видимому, славный малый. Не глуп это, несомненно, только говорит много. Интересный человек? Ничего себе. Только жена, теща и 2 девочки. Притом женат во второй раз. Он делает визиты и везде говорит, что у него жена и 2 девочки. И здесь скажет. А жена какая-то полоумная. С длинной девической косой говорит одни высокопарные вещи. Философствует и часто покушается на самоубийство. Очевидно, чтобы насолить мужу. Я бы давно ушел от такой. Но он терпит и только жалуется. Одной рукой я поднимаю только 1,5 пуда, а 2 5 или даже 6 пудов. И из этого я и заключаю, что 2 человека сильнее 1 не вдвое, а втрое и даже больше.
При выпадении волос 2 золотника нафталину на полбутырки спирту. Растворить и принимать ежедневно. Запишем. Так вот я и говорю, что пробочка втыкается в бутылочку, сквозь нее проходит стеклянная трубочка. Потом вы берете щепотку самых простых, обыкновеннейших квасцов, сыплете туда, и когда увидите... Иван Романович! Милый Иван Романович! Что, девочка моя? Радость моя. Скажите мне, отчего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах, надо мной широкое голубое небо, и носятся большие белые птицы. Отчего это? Отчего? Птица моя белая. Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете. И я знаю, как надо жить. Милый Иван Романович, я знаю все. Человек должен трудиться. Работать в поте лица, кто бы он ни был. И в этом одном заключается смысл, цель его жизни, его счастья, его восторги. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни. Или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге. Боже мой, не то что человеком, лучше быть валом. Лучше быть простой лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в 12 часов дня, потом пьет в постели кофе, потом 2 часа одевается. О, как это ужасно! В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать. И если я не буду рано вставать и не буду трудиться, то откажите мне в вашей дружбе, Иван Романович. Откажу, откажу. Отец приучил нас вставать в 7 часов. Теперь Ирина просыпается в 7 и, по крайней мере, до 9 лежит и о чем-то думает. А лицо серьезное. Ты привыкла видеть меня девочкой. И тебе странно, когда у меня серьезное лицо. Мне 20 лет. Тоска по труде. Боже мой, как она мне понятна. Я не работал ни разу в жизни. Родился я в Петербурге, холодном, праздном, в семье, которая никогда не знала труда, никаких забот. Помню, когда я приезжал домой из корпуса, то лакей стаскивал с меня сапоги, я капризничал в это время, а моя мать смотрела на меня с благоговением и удивлялась, когда другие смотрели на меня иначе. Меня оберегали от труда. Только едва ли удалось уберечь, едва ли. Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая и сильная буря, которая идет уже близка. И скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через каких-нибудь 25-30 лет работать будет уже каждый человек. Каждый. А я не буду работать. А вы не в счет. Через 25 лет вас уже не будет на свете, слава богу. Года через 2-3 вы умрете от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой. А я в самом деле никогда ничего не делал. Как вышел из университета, так не ударен пальцем о палец. Даже ни одной книжки не прочел, а читал только одни газеты. Вот знаю по газетам, что был положим Добролюбов. А что он там писал, не знаю. Бог его знает. Ничего не делал всю жизнь. И всю жизнь мне было некогда. Ну, стучат. Зовут меня вниз. Кто-то ко мне пришел. Сейчас я приду. Погодите. Это он что-то выдумал. Да, ушел с торжественной физиономией. Очевидно, принесет вам сейчас подарок. Как это неприятно. Это ужасно. Он всегда делает глупости. Вообще. Лукоморье дуб зеленый,
Золотая цепь на дубе том, золотая цепь на дубе том. Ты не веселая сегодня, Маша. Куда ты? Домой. Странно. Уходить с именин странно. Все равно приду вечером. Прощай, моя хорошая. Желаю тебе еще раз. Будь здорова. Будь счастлива. В прежнее время, когда был жив отец, к нам всякий раз на именины приходило по 30-40 офицеров. Было шумно. А сегодня только полтора человека. И тихо, как в пустыне. Я уйду. Я сегодня в Мерлехлюнде, и не весело мне. Ты не слушай меня. После поговорим. А пока прощай, моя милая. Пойду куда-нибудь. Ну, какая ты? Я понимаю тебя, Маша. Если философствует мужчина, то это будет философистика или там софистика. Если философствует женщина или две женщины, то уж это будет «потяни меня за палец». Что вы хотите этим сказать? Ужасно страшный человек. Ничего. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Ольга, не реви. Сюда, батюшка мой, сюда, сюда. Да входи, входи. Да ноги у тебя чистые, входи. Вот. Из земской управы от протопопова Михаила Ивановича пирог. Спасибо. Поблагодари. Чего? Поблагодари. Нянечка, дай ему пирога. Ага. Ферапон, иди, там тебе пирога дадут. Чего? Пирога. А пошли. Батюшка Ферапон с передом. Пойдем. Ох ты. Не люблю я этого Протопопова. Этого Михаила Потапыча или Иваныча его не следовало приглашать. Я не приглашала. И прекрасно. Самовар. Это ужасно. Голубчик, Иван Романович, что вы делаете? Я говорил вам. Иван Романович, у вас просто стыда нет. Милые мои, хорошие мои, вы у меня единственные. Вы для меня самое дорогое, что только есть на свете. Мне скоро 60, я старик, одинокий, ничтожный старик. Ничего во мне нет хорошего, кроме этой любви к вам. Если бы не вы, я давно бы не жил на свете. К чему мне все это? К чему, милая, деточка моя? Я знал вас со дня вашего рождения. Носил на руках. Я любил покойницу маму. Но зачем такие дорогие подарки? Дорогие подарки? Да ну вас совсем. Неси самовар туда. Дорогие подарки. Куда? Туда. Дорогие подарки. Милый полковник незнакомый. Уж пальто снял. Деточки, сюда идет. Аринушка, ты будь ласковая, вежливенькая. О, и уж завтракать пора, господи. Вершинин должно быть. Подполковник Вершинин. Честь имею представиться. Вершинин. Очень, очень рад, что наконец я у вас. Какие вы стали. Ай-яй-яй-яй-яй. Какие вы стали. Нам очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Очень рад. Очень рад. Но ведь у вас три сестры. Я помню три девочки. Лиц уже не помню, но что у полковника Прозорова было три маленьких девочки. Это я отлично помню и видел.
как идет время. Ай-яй-яй-яй-яй, как идет время. Александр Игнатьевич из Москвы. Из Москвы? Вы из Москвы? Ваш отец был там батарейным командиром, а я офицером в той же бригаде. Вот ваше лицо немножко помню, кажется. А я вас нет. Оля! 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 Ой, иди же скорее. Подполковник Вершинин, оказывается, из Москвы. Вы, стало быть, Ольга Сергеевна, старшая. А вы Мария. Вы Мария. Ну, а вы Ирина, младшая. Вы из Москвы. Да. Садитесь. Учился в Москве. Начал службу в Москве. Долго служил там. Наконец, получил здесь батарею. Вот перешел сюда, как видите. Я вас не помню, собственно. Помню только, что у вас было три сестры. Ваш отец сохранился у меня в памяти. Закрою глаза, вижу, как живого. Я у вас бывал в Москве. Мне казалось, я всех помню, и вдруг... Меня зовут Александр Игнатьевич. Александр Игнатьевич, вы из Москвы. Вот неожиданность. Ведь мы туда переезжаем. Думаем, к осени будем уже там, наш родной город. Мы родились там на старой Басманной улице. Неожиданно земляка увидели. Вспомнила. Ты помнишь, Оля, у нас говорили, влюбленный майор. Вы были тогда поручиком, в кого-то были влюблены, и вас все почему-то дразнили майором. Вот-вот. Влюбленный майор, это так. У вас тогда были только усы. Как вы постарели. Как вы постарели. Да, когда меня звали влюбленным майором, я был молод, был влюблен. Теперь не то, к сожалению. Ну, вы постарели, но еще не стали. Ну, однако, уже 43-й год. Вы давно из Москвы? 11 лет. Ну, что ты, Маша, плачешь, чудачка? Я заплачу. Ничего. Ничего. А на какой улице вы жили? На Старой Басманной. И мы одно тоже время там. Я жил на Немецкой улице. Вот с Немецкой улицы я хожу в Красные казармы. Там по пути угрюмый мост под мостом, вода шумит. Одинокому становится как-то грустно на душе. А здесь какая широкая, какая богатая река. Чудесная река. Да, но только холодно. Здесь холодные комары. Что вы, здесь такой хороший, здоровый славянский климат. Лес, река и тоже березы. Милые, скромные березы. Я люблю их больше всех деревьев. Иван Романович. Только странно, вокзал железной дороги в 20 верстах, и никто не знает, почему это так. А я знаю, почему это так. Потому что если бы вокзал был близко, то он не был бы далеко. А если он далеко, то значит не близко. Шутник Василий Васильевич. Теперь я вспомнила вас. Помню. Я вашу матушку знал. Хорошее было царствие небес. Мама в Москве погребена. В Новодевичьем. Представьте, я уже начинаю забывать ее лицо. Вот так и о нас не будут помнить, забудут. Да. Да, такова уж судьба наша, ничего не поделаешь. То, что нам кажется высоким, значительным, очень важным, придет время, будет забыто или будет казаться неважным. И странно, мы теперь совсем не можем знать, что, собственно, будет считаться высоким, важным, а что жалким, смешным. Разве открытие Коперника или, положим, Колумба не считалось в первое время чем-то ненужным, смешным, а какой-нибудь жалкий бред, написанный чудаком, не казался истиной? И может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, со временем будет считаться странной, неудобной, недостаточно чистой и, быть может, даже грешной. Кто знает, а быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением. Теперь нет казни, нет пыток, нашествий. Но вместе с тем, сколько страданий. Сыпь. Барона кашей не корми, только дай ему пофилософствовать. Василий Васильевич, я прошу вас оставить меня в покое. Сыпь. Это скучно, наконец. Сыпь. Страдания, которые наблюдаются теперь, их так много. Говорят все-таки об известном нравственном подъеме, которого уже достигло общество. Да-да, конечно. Вот вы только что сказали, барону, что нашу жизнь назовут высокой. Но
люди все же низенькие. Вот посмотрите, какой я низенький. Это только для нашего утешения надо говорить, что наша жизнь невысокая. Понятная вещь. Это Андрей играет, наш брат? Он у нас ученый, вероятно, будет профессором. Папа был военный, а его сын избрал себе ученую карьеру. По желанию папы. Мы его сегодня задразнили. Он, кажется, влюблен немножко. В одну здешнюю барышню. Она будет у нас сегодня, по всей вероятности. Вот вы, москвич, вы меня поймете. Я не могу видеть, как здесь одеваются. Не то, что некрасиво, не модно. Нет, просто как-то жалко. Какая-то странная, яркая, желтоватая юбка с этакой пошленькой бахромой и красная кофточка. Щеки такие вымытые-вымытые. Андрей не влюблен, я не допускаю. У него все-таки вкус есть. Он просто так дразнит нас, дурачится. Я вчера слышала, что она выходит замуж за Протопопова, председателя здешнего права. И прекрасно. Андрей, Андрей, иди сюда. Милый, на минутку, иди сюда. Андрей, ну иди, ну, милый, на минутку. На минутку. Маша! Ну, это мой брат Андрей Сергеевич. Вершинин. Прозоров. Вы к нам батарейным командиром? Можешь представить. Александр Игнатьевич из Москвы. Да. Ну, поздравляю. Теперь мои сестрицы не дадут вам покой. Я уже успел надоесть вашим сестрам. Посмотрите, какую рамочку для портрета подарил мне сегодня Андрей. Это он сам сделал. Ирин. Да? Это вещь. И вот ту рамочку он тоже сделал. Он у нас и ученый, и на скрипке играет, и выпиливает разные штучки. Одним словом, мастер на все руки. Андрей, не уходи. Андрей. У него манера всегда Андрей, уходить. Андрей, иди же, ну иди. Иди сюда. Александр Игнатьевич когда-то называли влюбленным майором. И он нисколько не сердился. Нисколько. А я хочу назвать тебя влюбленный скрипач. Или влюбленный профессор. Он влюблен. Андрюшка влюблен. Браво, 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 Андрей. Андрей, Андрей. Бедной природа нас на свет произвела. Ну, довольно, господа. Довольно. Я сегодня всю ночь не спал. И теперь немножко не в себе, как говорится. До 4 часов читал, потом лег, но ничего не вышло. Думал о том, о сём. А тут как нарочно ранний рассвет, солнце так и лезет в спальню. Хочу за лето, пока буду здесь, перевести одну книжку с английского. Вы читаете по-английски? Да. Отец, царство его небесное, угнетал нас воспитанием. Это смешно и глупо, но в этом все-таки надо сознаться. После его смерти я стал полнеть, и вот... располнел в один год так, точно мое тело освободилось от гнета. Благодаря отцу я и сестры знаем французский, немецкий и английский языки. А вот Ирина знает еще по-итальянски, но чего это стоило? В этом городе знать 3 языка – ненужная роскошь. Даже не роскошь, а просто ненужный придаток вроде 6-го пальца. Мы знаем много лишних. Вот те на. Во-первых, едва ли кто-нибудь из нас обладает достаточно правильной точкой зрения, чтобы отличать лишнее от того, что в самом деле необходимо. А во-вторых, мне кажется, нет и не может быть такого скучного и унылого города, где был бы не нужен умный, образованный человек. Допустим, что среди 100 000 населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только 3. Но, само собой, разумеется, вам не победить окружающей вас темной массы. В течение вашей жизни вы должны будете уступить, затеряться в 100-тысячной толпе. Но вы не исчезнете, не останетесь без влияния.
Таких, как вы, после вас явится, быть может, 6, потом 12 и так далее, и так далее, пока такие, как вы, не станут большинством. Через 200-300 лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь. Если ее нет пока, он должен предчувствовать ее, мечтать, ждать, готовиться к ней. А для этого он должен видеть и знать. Больше, чем видели и знали его дед и отец. А вы говорите, что знаете много лишнего. Я остаюсь завтракать. Право, все это следовало бы записать. Через много лет, вы говорите, жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной и изумительной. Это правда. Но чтобы участвовать в ней теперь, хотя издали, нужно приготовляться к ней. Нужно работать. Да-да, конечно, конечно. Сколько, однако, у вас цветов, квартира чудесная. Завидую. А я всю мою жизнь скитался по квартирам с двумя стульями, одним диваном и печами, которые всегда дымят. В моей жизни не хватало именно вот таких цветов. Эх, ну да что? Да, нужно работать. Вы, небось, думаете, расчувствовался немец, расфилософствовался, но я честное слово русское, и по-немецки даже не говорю, и отец у меня православный. Я часто думаю, что если бы начать жить сначала, если бы одна жизнь, которая уже прожита, была, как говорится, начерно, а другая начисто. Мне кажется, что каждый из нас постарался бы, по крайней мере, не повторять самого себя. Создал бы себе иную обстановку жизни. Устроил бы себе вот такую квартиру. С цветами, с массой света. У меня жена, двое девочек. Причем жена дама нездоровая и так далее, и так далее. Ну, а если бы начинать жизнь сначала, то я бы не женился. Нет, нет. Дорогая сестра, позволь мне поздравить тебя со днем твоего ангела и пожелать искренне от души здоровья и всего того, что можно пожелать девушке твоих лет. И потом поднести тебе в подарок вот эту книжку. «История нашей гимназии за 50 лет». Написана мною. Пустяшная книга. Написана от нечего делать, но ты ее все-таки прочти. Кулыгин, учитель здешней гимназии, надворный советник. Вершинин. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Василий. В этой книге ты найдешь список всех кончивших курс нашей гимназии за эти 50 лет. Фэциквот патуи, фуциант мелиора патентес. Но ведь на Пасху ты уже подарил мне такую книжку. Федя. Не может быть! Ну, в таком случае отдай назад. Нет, вот отдай лучше полковнику. Возьмите, полковник, когда-нибудь прочтете от скуки. Благодарю вас. Я чрезвычайно рад, что познакомился. Вы уходите? Нет, нет. Вы останетесь у нас завтракать. Пожалуйста. Прошу вас. Я, кажется, попал на именины. Простите, не поздравил вас. Прошу. Олечка. Сегодня, господа, воскресный день. День отдыха, будем же отдыхать, будем веселиться, каждый сообразно со своим возрастом и положением. О, ковры. Ковры надо убрать и спрятать на лето до зимы персидским порошком или нафталином. Римляне были здоровы, потому что умели трудиться, умели отдыхать. У них была mens sana in corpore sano. Жизнь их текла по известным формам.
Наш директор говорит, главное во всякой жизни – это ее форма. Что теряет свою форму, то кончается. Да, и в нашей обыденной жизни то же самое. Маша меня любит, моя жена меня любит. Да, и оконные занавески тоже туда, с коврами. Маша, сегодня в 4 часа мы у директора. Устраивается прогулка педагогов и их семей. Не пойду я. Милый, Маш, почему? Любовь, Леонид. Ну, хорошо, я пойду. Только отстань, пожалуйста. А затем вечер мы проведем у директора. Несмотря на свое болезненное состояние, этот человек старается прежде всего быть общественным, превосходным, светлая личность, великолепный человек. Вчера он после совета мне говорит, устал, Федор Ильич, устал. Ваши часы спешат на 7 минут. Да, говорит, устал. Господа, милости просим, пожалуйте завтракать. Пирог. Милая моя Олечка, милая моя. Вчера я работал с утра до 11 часов вечера. Устал. А сегодня чувствую себя счастливым, милая моя. Пирог великолепный. Только смотрите, ничего не пить сегодня. Вам вредно пить. Эва, у меня прошло уже 2 года, как запоя не было. Эй, матушка, да не все ли равно? И все-таки не смейте. Не смейте, вам вредно пить. Опять, черт подери, целый вечер скучать у директора. А я бы не пошел на вашем месте. Очень просто. Не ходите, Дуся. Да, не ходите. Жизнь проклятая, невыносимая. Ну, цып, цып. Довольно, Василий Васильевич. Цып, 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 цып. Будет. Цып, 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 цып. Ваше здоровье, полковник. Я педагог, а здесь в доме свой человек, Машин муж. Она добрая, она очень добрая. Я выпью вот этой темной водки. Ваше здоровье. Мне у вас так хорошо. Андрей, Маша сегодня не в духе. Она вышла замуж 18 лет, когда он казался ей самым умным человеком. Теперь не то, к сожалению. Он самый добрый, но не самый умный. Андрей, иди же, наконец! Сейчас. О, Андрюшончик. Да, да, вроде. Да, о чем вы думаете? Так, я не люблю и боюсь этого вашего Соленова. Он говорит одни глупости. Странный он человек. Мне и жаль его, и досадно, но больше жаль. Мне кажется, он застенчив. Когда мы вдвоем с ним, то он бывает очень умен и ласков. А в обществе он грубый человек. Бритер, не ходите. Пусть пока сядут за стол. Дайте мне побыть около вас. О чем вы думаете? Вам 20 лет. Мне еще нет 30. Сколько лет нам осталось впереди? Длинный-длинный ряд дней, полных моей любви к вам. Николай Львович, не говорите мне о любви. У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда. Эта жажда в душе слилась с любовью к вам, Ирина. И как нарочно вы прекрасны, и жизнь мне кажется такой прекрасной. О чем вы думаете? Вы говорите, прекрасна жизнь. Да,
Но если она только кажется такой, у нас трех сестер жизнь не была еще прекрасной. Она заглушала нас, как сорная трава. Текут у меня слезы. Ирина Сергеевна. Это не нужно. Работать, нужно работать. Оттого нам не весело. И смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда. Мы родились от людей, презиравших труд. Я звонок. Ну, хорошо. Так, я здесь. Там уже завтракать садятся. Ой, я опоздала. Кажется, причёсана, ничего себе. Милая Ирина Сергеевна, поздравляю вас. У вас много гостей, мне право совестно. Здравствуйте, барон. Ну вот и Наталья Ивановна. Здравствуйте, моя милая. С именинницей. Благодарю. У вас такое большое общество. Я смущена ужасно. Полно, у нас все свои. Милая, на вас зеленый пояс, это нехорошо. Разве есть примета? Да нет, просто не идет и как-то странно. Да? Но ведь он не зеленый, а скорее матовый. Идемте. Наталья Ивановна! О, Наталья Ивановна! Здравствуйте, здравствуйте, да. Наталья Ивановна. Так. Наталья Ивановна, очень приятно. Спасибо. Желаю тебе, Ирина, жениха хорошего. Пора уж тебе выходить. Да, и вам, Наталья Ивановна, желаю женишка хорошего. Да, у Натальи Ивановны уже есть женишок. Выпью рюмочку винца. Эх, ма, жизнь малиновая, где наша не пропадала. Маша, ты ведешь себя на 3 с минусом. А наливка вкусная, на чем она настояна? На тараканах. За ужином будет жареная индейка и сладкий пирог с яблоками. Сегодня целый день дома, вечером дома. Господа, вечером приходите. Позвольте мне. Мне в образ. Для любви одной природы нас на свет произвела. А довольно, господа, не надоело. Однако уже завтракают. Завтракают? Да, завтракают. Поздравляем, 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 поздравляем и желаем счастья вам! Господа, сниматься, сниматься. Так, внимание. Хорошо, хорошо. Никого снежку правее, немножко правее. Так, внимание, господа, внимание. Раз, роды, 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 роды. Раз, два. 3, готов. Иван Романович, Сюда. Три, готов. Поздравляю, желаю всего-всего. Погода стоит очаровательно, одно великолепие. Я сегодня все утро гулял с гимназистами. Я преподаю гимнастику в гимназии. Рода, Рода, пожалуйста, прошу вас, садитесь. Прошу вас. Вы сегодня замечательно интересны. У вас есть прибор. Готово. Ирина Сергеевна. Вот, между прочим, волчок. Удивительно. Какая прелесть. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, золотая цепь на дубе том. Зачем я это говорю? Привязалась ко мне эта фраза с самого утра.
Господа! Господа! 13 за столом! Господа! Да неужели вы придаете значение предрассудкам? Если 13 за столом, значит, есть влюбленные. Уж не вы ли, Иван Романович, чего доброго? Иван Романович, Иван Романович. Я старый грешник. А вот от чего Наталья Ивановна сконфузилась, решительно понять не могу. Наталья Ивановна! Наталья Ивановна! Полно, не обращайте внимания. Погодите. Постойте, прошу вас. Мне стыдно. Я не знаю, что со мной делается, они поднимают меня на смех. То, что сейчас вышло из-за стола, это неприлично, но я не могу. Дорогая моя, прошу вас, умоляю, не волнуйтесь. Уверяю вас, они от чистого сердца. Уверяю вас, они добрые, сердечные люди и любят меня и вас. Идемте сюда к окну. Нас здесь не видно им. Я так не привыкла бывать в обществе. О, молодость! Чудная, прекрасная молодость. Моя дорогая, моя хорошая. Не волнуйтесь так. Верьте мне, верьте. Мне так хорошо. Душа полна любви, восторга. Он нас не видит, не видит. За что? За что я полюбил вас, когда полюбил? О, ничего не понимаю. Дорогая моя, хорошая, чистая, будьте моей женой. Я люблю вас. Люблю, как никого. Никогда. Ты, Андрюша, что делаешь? Читаешь. Ничего, я так только читаю, читаю, читаю. Ты что, Наташа? Ничего. Смотрю, огня нет ли. Теперь масленица, прислуга, сама не своя. Глядит и глядит, чтобы чего не вышло. Вчера в полночь прохожу через столовую, а там свеча горит. Кто зажег, так и не добил стулку. Который час? 9:15. О, а Ольги Ирины до сих пор нет еще. Не пришли. Все трудятся, бедняжки. Ольга на педагогическом совете. Ирина на телеграфе. Сегодня утром я говорю твоей сестре, побереги, говорю себе, Ирина, голубчика, не слушает. 9:15, говоришь. Я боюсь, Бобик наш совсем нездоров. Чего он холодный такой? Вчера у него был жар, сегодня холодный весь, я так боюсь. Ничего, Наташа, мальчик здоров. Ну, все-таки лучше пускай диета, я боюсь. И сегодня в 10:00 говорили, ряженые у нас будут. Лучше бы они не приходили, Андрюш. Ну, право, я не знаю. Их ведь звали. Сегодня мальчишечка проснулся утром и глядит на меня. И
вдруг улыбнулся. Значит, узнал. Здравствуй, говорю ему, Бобик, здравствуй, милый. А он смеется. Дети понимают. Отлично понимают. Так значит, Андрюша, я скажу, чтобы ряженых не принимали. Да ведь это как сестры, они тут хозяйки. И они тоже, я им скажу. Они добрые. К ужину я велела простокваши. Доктор говорит, тебе одну простоквашу нужно есть, иначе не похудеешь. Бобик холодный. Я боюсь, ему холодно в его комнате, пожалуй. Нужно хоть до теплой погоды поместить его в другой комнате. Вот у Ирины, например, комната как раз для ребенка и сухо, и целый день солнца, надо ей сказать. А она пока может с Олей в одной комнате. Все равно днем дома не бывает, только ночует. Андрюшанчик, отчего ты молчишь? Да так, ничего, просто задумался. Да, да. И нечего говорить. Да. Что-то я хотела тебе сказать. А, да, там Ферапонт пришел из управы, тебя спрашивает. Позови его. Ферапонт. Ферапонт. Барин зовет. Здравствуй, душа моя. Что скажешь? Председатель прислал книжку и бумагу какую-то. Вот. Спасибо. Хорошо. А чего же ты пришел так не рано? Ведь 9 час уже. Чего? Я говорю, поздно пришел. Ведь 9 час. Так точно. Я пришел к вам, еще светло было. Не пущали все. Барин, говорят, занят. Ну что ж, занят, так занят. Спешить мне некуда. Чего? Ничего. Завтра пятница, у нас нет присутствия, но я все равно приду, позаймусь. Дома скучно. Милый дед, как странно меняется, как обманывает жизнь. Сегодня от скуки, от нечего делать, я взял в руки вот эту книгу, старые университетские лекции, и мне стало смешно. Боже мой! Я секретарь земской управы. Той управы, где председательствует Протопопов. Я секретарь, и самое большее, на что я могу рассчитывать, это быть членом земской управы.
Мне быть членом земской управы, мне, которому снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится русская земля. Не могу знать. Слышно плохо. Если бы ты слышал как следует, то я, быть может, и не говорил бы с тобой. Мне нужно с кем-нибудь говорить, а жена меня не понимает. Сестер я боюсь почему-то. Боюсь, что они засмеют меня, застыдят. Я не пью, трактиров не люблю. Но с каким удовольствием я посидел бы сейчас в Москве? У Тестова или в Большом Московском, голубчик мой? А в Москве в управе давеча подрядчик сказывал, какие-то купцы ели блины. Один, который съел 40 блинов, будто помер. Не то 40, не то 50. Не упомню. Сидишь в Москве, в огромной зале ресторана, никого не знаешь. И тебя никто не знает, и в то же время не чувствуешь себя чужим. А здесь ты всех знаешь, и тебя все знают, но чужой. Чужой. Чужой и одинокий. Чего? И тот же подрядчик сказывал, может, и врет, будто поперек всей Москвы канат протянут. Для чего? Не могу знать. Подрядчик. Чепуха. Ты был когда-нибудь в Москве? М? Чего? Я говорю, ты был когда-нибудь в Москве? Нет. М? Не был. Не привел Бог. Не жить? Угу. Можешь идти, будь здоров. Утром придешь, возьмешь тут бумаги. Будь здоров. Вот видишь, все помню. Ничего не забыл. Громадная у меня память. И с этой памятью другой бы на моем месте давно бы протянулся поперек всей Москвы, как этот твой канат. Поперек всей России. Ступай. Он ушел. О. Да. Дела.
Не знаю. Не знаю. Конечно, много значит привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть к тому, что у нас уже нет денщиков. Но и помимо привычки, мне кажется, во мне говорит просто справедливость. Может быть, в других местах и не так, но в нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди – это военные. Мне пить хочется. Я бы выпил чай. Скоро дадут. Меня выдали замуж, когда мне было 18 лет. И я своего мужа боялась, потому что он был тогда учителем, а я едва окончила курс. Он казался мне тогда ужасно ученым, умным, важным. Теперь не то, к сожалению. Так, да. Ну, про мужа я не говорю, к нему я привыкла. Но между штатскими вообще так много людей грубых. Грубых, нелюбезных, невоспитанных. Меня волнует, оскорбляет грубость. Я страдаю, когда я вижу, что человек недостаточно тонок, любезен, мягок. И когда мне приходится бывать среди учителей, товарищи ему уже просто страдают. Да. А мне кажется, все равно. Все равно, что штатский, что военный, одинаково неинтересно, по крайней мере, в этом городе. Если послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадьми замучился. Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей. Но скажите, почему в жизни-то он хватает так невысоко? Почему? Почему он с женой замучился, с детьми замучился? А почему жена и дети с ним замучились? Вы сегодня немножко не в духе. Может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра. У меня дочь больна немножко. А когда болеют мои девочки, мною овладевает тревога. И мне становится досадно, что у них такая мать. Если бы вы видели ее сегодня, что за ничтожество? Мы начали брониться с 7 часов утра. А в 9 я хлопнул дверью и ушел. Я никогда не говорю об этом. И странно. Жалуюсь только вам одной. Не сердитесь на меня. У меня кроме вас одной нет никого. Никого. Долго до смерти отца гудела в трубе точно. Так. Вы с предрассудками. Да. Странно это. Великолепная. Чудная женщина. Великолепная. Чудная. Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз. Я люблю. 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 Я люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся. Великолепно. Чудно. Когда вы говорите так, я почему-то смеюсь, хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас. А впрочем, говорите. Говорите. Мне все равно. Сюда идут. Говорите о чем-нибудь другом.
Честное слово, у меня тройная фамилия. Меня зовут барон Тузенбах Кронетшауэр. Но я русский, православный, как и вы. Немецкого во мне осталось мало. Разве терпеливости и упрямства, с каким я надоедаю вам? Я провожаю вас каждый вечер. Как я устала. Каждый вечер буду приходить на телеграф и провожать вас домой. Буду 10-20 лет, пока вы не прогоните. Это вы. Здравствуйте. Вот я и дома, наконец. Сейчас приходит одна дама и телеграфирует своему брату в Саратов, что у нее сегодня сын умер. И никак не может вспомнить адреса. Так и послала, без адреса, просто в Саратов. Плачет. И я ей нагрубила. Ни с того, ни с сего. Мне, говорю, некогда. Так глупо вышло. У нас сегодня ряжены? Да. Ой, отдохнуть устала. Когда вы приходите с должности, то кажетесь такой маленькой, несчастненькой. Устала. Нет, не люблю я телеграфа. Не люблю. Ты похудела и помолодела, на мальчишку стала похожа лицом. А этот прически? Надо поискать другую должность. А это не по мне. То, чего я так хотела, о чем мечтала. Того-то в ней именно и нет. Труд без поэзии, без мыслей. Доктор стучит. Милый, постучите, я не могу. Устала. Сейчас придет. Надо бы принять какие-нибудь меры. Вчера доктор и наш Андрей были в клубе и опять проигрались. Говорят, Андрей 200 рублей проиграл. Что ж теперь делать? 2 недели назад проиграл, в декабре проиграл. Скорее бы все проиграл. Быть может, уехали бы из этого города. Господи, боже мой! Мне Москва снится каждую ночь. Я совсем как помешанная. Мы переезжаем туда в июне, а до июня еще февраль, март, апрель, май. Почти полгода. Надо только, чтобы Наташа как-нибудь не узнала о проигрыше. А ей, я думаю, все равно. Пришел. Он заплатил за квартиру? Нет, за 8 месяцев ни копеечки. Очевидно, забыл. А как он важно сидит. Что вы молчите, Александр Игнатьич? Не знаю. Чаю хочется. Полжизни за стакан чаю. С утра ничего не ел. Ирина Сергеевна, Ирина Сергеевна. Что вам? Пожалуйте сюда. Венезиси, я без вас не могу. Ну что ж, если не дают чаю, давайте хоть пофилософствуем. О, давайте. О чем? О чем? Давайте помечтаем о той жизни, которая будет после нас. Лет этак через 200-300. Ну что ж, после нас будут летать на воздушных шарах. Изменятся пиджаки. Откроют, быть может, 6-е чувство. Разовьют его. Но жизнь останется все та же. Жизнь трудная, полная тайн и счастливая. Да, и через 1000 лет человек будет повторять, тяжко жить. Вместе с тем, точно так же, как и теперь, он будет бояться и не хотеть смерти. Как вам сказать? А по-моему, все на земле должно измениться. И уже меняется на наших глазах. Не то, что через 200-300, наконец, 1000 лет. Дело не в сроке. Наступит новое,
счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы живем для нее теперь. Но работаем, страдаем, мы творим ее. И в этом цель нашего бытия. И если хотите, наше счастье. Что вы? Ничего. Ничего. Я не знаю сегодня. Целый день смеюсь с утра. Я кончил там же, где и вы. В академии я не был. Читаю я много. Но книг выбирать не умею, должно быть, читаю совсем не то, что нужно. А между тем, чем больше живу, тем больше хочу знать. Мои волосы седеют, я почти старик, но знаю мало. Ах, как мало. Но мне кажется, что самое главное, настоящее, я знаю. Крепко знаю. И как бы мне хотелось убедить вас, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас. Мы должны только работать и работать. А счастье – это удел наших далеких потомков. Ну, не я, так потомки потомков моих. Не понимаю. Мы должны работать, работать и даже не мечтать о счастье. А если я счастлив? Нет. Очевидно, мы не понимаем друг друга. Как мне убедить вас? Да, мы живем своей настоящей жизнью. Будущее будет жить своей жизнью точно такое же, как наше, не лучше и не хуже. Смейтесь! Не то, что через 200 или 300, но и через миллион лет жизнь останется такой же, как и была. Она не меняется, остается постоянной, следуя своим собственным законам, до которых вам нет никакого дела, или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелетные птицы, журавли, например, они летят и летят. И какие бы мысли, высокие или малые, не бродили в их головах, все же будут лететь и не знать, куда и зачем. Они летят и будут лететь, какие бы философы не завелись среди них. Пускай себе философствуют, как хотят. Лишь бы летели. А все-таки смысл? Смысл? Ну вот снег идет. Какой смысл? Мне кажется, человек должен быть верующим. Или, по крайней мере, искать веры. Иначе жизнь его пуста. Пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего звезды на небе, для чего дети родятся. Или же знать, для чего ты живешь. Или все пустяки. Трынь, трава. Ночи безумные, ночи бессонные, речи несвязные, взоры усталые, ночи последним огнем озаренные. Все-таки жалко, что молодость прошла. У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа. А я скажу: трудно с вами спорить, господа.
Ну вас совсем. Сказала, что было возможного, все же лечу я к вам памятью жадною. В прошлом ответа ищу невозможного ночи. Бальзак венчался в Бердичеве. Даже запишу себе в книжку. Бальзак венчался в Бердичеве. Бальзак венчался в Бердичеве. Жребий брошен. Вы знаете, Марья Сергеевна, я подаю в отставку. Я слышала. И ничего не вижу в этом хорошего. Не люблю я штатских. Да я некрасив. Какой я военный? Ну, да все равно, впрочем. Буду работать. Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы прийти вечером домой, в утомлении повалиться в постель и уснуть тотчас же. Рабочие, должно быть, спят крепко. Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна. Сейчас на Московскую у Пыжикова купил для вас цветных карандашей. Вы привыкли обращаться со мной, как с маленькой, но ведь я уже выросла. И вот этот вот ножичек. Какая прелесть! Для себя я купил ножик. Вот посмотрите, вот один нож, вот другой. Вот этот ногти чистить, а этот в ушах ковырять. Ой! Доктор, сколько вам лет? 32. А сейчас я покажу вам новый пасьянс. Однако какой шум в печи. Надоела зима. Я уже забыла, какое лето. Мастерка, мастер. Выйдет пасьянс, я вижу, будем в Москве. Нет, не выйдет. Видите, осьмерка легла на двойку пик. Значит, вы не будете в Москве. А нет, не выйдет, нет, не выйдет, нет, не выйдет, нет, не выйдет, не выйдет, нет, не выйдет, не выйдет ваш пасьянс. Нет, не выйдет, нет. Сацикар, здесь свирепствует оспа. Маша, чай кушать, матушка. Пожалуйте, ваше высокоблагородие. Ой, простите, батюшка, забыла имя отчество. Принеси сюда, няня, туда не пойду. Няня! А, иду, иду. Грудные дети прекрасно понимают. Здравствуй, говорю ему, Бобик. Здравствуй, милый. Он взглянул на меня как-то особенно. Вот вы думаете, во мне говорит только мать? Нет, нет, уверяю вас, это необыкновенный ребенок. Если бы этот ребенок был мой, я бы и жарил его на сковороде и съел бы. Грубый, невоспитанный человек. Счастлив тот, кто не замечает. Лето теперь, зима. Мне кажется, если бы я жила в Москве, то я бы равнодушно относилась к погоде. А где же конфеты? Соленый съел. Все? Вам письмо. Мне? От дочери. Я, извините, Марья Сергеевна, надо бежать. Вечно эти истории. Что такое? Не секрет, что? Жена опять отравилась. Надо бежать. Милая моя, хорошая, славная женщина.
куда же он? А я чаю подала, экой какой. Отстань. Пристаешь тут, надоела ты мне, старая. Чего ж ты обижаешься-то, милая? Анфиса! Анфиса! Сидит там. Прошу, дайте мне сесть. Просили с картами. Пейте чай. Ты, Машка, злая. Раз я злая, то не говорите со мной и не трогайте меня. Да не трогайте ее, не трогайте. А вам 60 лет, а вы как мальчишка всегда городите. Черт знает что. Милая Маша, ну к чему употреблять в разговоре такие выражения? При твоей прекрасной наружности, в приличном светском обществе, да я тебе прямо скажу, была бы просто очаровательна, если бы не эти твои слова. Je vous prie, pardonnez-moi, Marie, mais vous avez de manière un peu grossière. Дайте мне, там, кажется, коньяк. Il paraît que mon bobic de Jeanne d'Orpa проснулся, он у меня сегодня нездоров. Я пойду к нему, простите. А куда ушел Александр Игнатьевич? Домой. У него опять с женой что-то необычайное. Все, вы сидите один? О чем-то думаете, и не поймешь о чем. Давайте мириться. Давайте выпьем коньяку. Мне сегодня придется играть на рояле всю ночь. Вероятно, играть всякий вздор. Куда ни шло. Почему мириться? Я с вами не ссорился? Ну, всегда вы возбуждаете такое чувство, как будто между нами что-то произошло. У вас характер странный, надо сознаться. Я странен. И странен кто ж. Не сердись, Олегу. И при чем тут Олег? Когда я вдвоем с кем-нибудь, то ничего, я как все. Но в обществе я уныл, застенчив и говорю всякий вздор. Но все-таки я честнее и благороднее очень-очень многих. Я могу это доказать. Я часто сержусь на вас. Вы постоянно придираетесь ко мне, когда мы бываем в обществе. И все же вы мне симпатичны почему-то. Куда ни шло. Напьюсь сегодня. Выпьем. Выпьем. Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. Я даже немного похож на Лермонтова, ну, как говорят. Баста, подаю в отставку. 5 лет раздумывал, наконец решился. Буду работать. Не сердись, Олегу. Забудь мечтания свои. Буду работать. И угощение было настоящее кавказское. Суп с луком, а на жаркое чехартма мясное. Черемша вовсе не мясо, а растение вроде нашего лука. Нет, ангел мой, чехартма не лук, а жаркое из баранины. А я вам говорю, черемша лук. А я вам говорю, чехартма баранина. А я вам говорю, черемша лук. Ну, что я буду с вами спорить? Вы никогда не были на Кавказе и не ели чехартму? Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши такой же запах, как от чеснока. Довольно, господа, прошу. Когда придут ряженые? Обещали к 9, значит, сейчас. Ох, вы, сени мои, сени, сени новые мои. Сени новые, кленовые, решетчатые, выходила молода, за новые ворота, за новые кленовые, за решетчатые. Андрей Сергеевич, Андрей Сергеевич, пожалуйста, Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич, ну вы, сени мои, сени, сени новые мои. Сени новые, кленовые, решетчатые. Как у вас? Как у вас?
черт возьми! Черт возьми, давайте выпьем с вами, Андрюша. А давайте выпьем на ты. И я с тобой, Андрюша. В Москву. В университет. Какой? В Москве два университета. В Москве один университет. А я вам говорю, два. Ну, пускай хоть три, тем лучше. В Москве два университета. В Москве два университета. Будет, Василий Васильевич. В Москве два университета. Старый и новый. Если вам не угодно слушать, если мои слова раздражают вас, то я могу не говорить. Я даже могу уйти в другую комнату. Браво, браво, браво. Господа, начинайте. Я сажусь играть. Да, смешной этот соленый. Какое? Я закатываю. Будьте здоровы. Позвольте, а ряженые? Ряженых не будет. Видишь ли, моя милая, Наташа говорит, что Бобик не совсем здоров, и потому, одним словом, я не знаю, мне решительно все равно. Андрюша, Бобик нездоров. Эх, где наша не пропадала? Гонит. Стало быть, надо уходить. Не Бобик болен, а она сама, вот, мещанка. Какая жалость. Я рассчитывал провести вечерок, но если болен ребеночек, то, конечно. Я завтра принесу ему игрушек. А я как нарочно выспался после обеда. Думал, всю ночь будем танцевать, ведь теперь только 9 часов. Выйдем на улицу и там потолкуем, и решим, что и как. Роды, роды, идем. Бегу, бегу. Роды, 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 идем. Бегу, бегу. Жениться я не успел, потому что жизнь промелькнула, как молния. Потому что я безумно любил твою матушку, которая была замужем. Жениться не нужно. Не нужно, потому что скучно. Так-то ведь оно так. Но одиночество, как там не философствует, друг мой, одиночество страшная штука. Идемте скорей. А че же спешить успей? Да нет, я боюсь, как бы жена не остановила. А-а-а. Я сегодня играть не стану, только так посижу. Не здоровится. Что мне делать, Иван Иванович, от одышки?
Не знаю, голубчик мой, не помню. Пройдем кухней. Нянечка! Чего? Нянечка! Ряженые! Зови, зови! Что там, нянечка? Ряженые! Скажи, дома нет никого. Пусть извинят. Здрасте, нянечка! Принимайте гостей! Здравствуйте. Да вот дома нет никого. Извините. Дома нет? Как дома нет? Как же звали? Да ребеночек заболел. Да, мальчик. Господа, господа, поедемте к Соловьёвым. Никого нет? А где же все? Ушли домой. Странно. Вы одна здесь? Одна. Прощайте. Я вел себя недостаточно сдержанно, не тактично. Но вы не такая, как все. Вы высокие и чисты, вам видна правда. Только вы одна можете понять меня. Я люблю. Я глубоко, я бесконечно люблю. Прощайте, уходите. Я не могу жить без вас. О, мое блаженство, о, счастье. Роскошные, чудные, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины. Перестаньте вас играть. Первый раз я говорю о любви вам, словно я не на Земле, а на другой планете. Но ты все равно насильно мил не будешь, конечно. Но счастливых соперников у меня быть не должно. Не должно. Я клянусь вам, всем святым, соперника я убью. Чудная. Вы, Василий Васильевич, простите, я не знала, что вы здесь, я по-домашнему. Мне все равно. Прощайте. А ты устала. Милая, бедная моя девочка. Ложилась бы спать пораньше. Бобик спит? Спит? Ну, неспокойно спит. Кстати, милая, я давно хотела тебе сказать, да все-то у тебя нет, то мне некогда. Бобику в теперешней детской, мне кажется, очень холодно и сыро. А твоя комната такая хорошая для ребенка. Милая, родная, перебери с папой Колей, а? Куда?
О, это Оля должно быть. Ах, как она поздно. Ты с Олей будешь в одной комнате пока что, а твою комнату Бобику. Он такой милашка. Сегодня утром я говорю ему: Бобик, ты мой, мой. А он смотрит на меня своими глазёночками. Наталья. Протопопов? Какой чудак. Приехал Протопопов и зовет меня покататься с ним на тройке. Ой, какие смешные эти мужчины. Постой. А что, поехать разве? Прокатиться четверть часика? Скажи сейчас. Вот тебе раз. Поговорили, у них будет вечер. Я ушел полчаса назад. Ждали ряженых. Все ушли. Как, и Маша ушла? А куда же она ушла? А зачем внизу Протопопов ждет на тройке? Кого он ждет? Не задавайте вопросов, я устала. Капризница. Совет только что кончился, я замучилась. Наша начальница больна, теперь я вместо нее. Голова болит, голова. Андрей вчера проиграл в карты 200 рублей, весь город говорит об этом. Да, и я устал на совете. Жена едва не отравилась. Очевидно, решила попугать меня. Но все обошлось. Я рад. И теперь отдыхаю. Стало быть, надо уходить. Ну что ж, позвольте пожелать вам всего хорошего. Федор Ильич, поедемте куда-нибудь. Я один не могу. Совсем не могу. Поедемте. Устал, не поеду. Что, жена домой пошла? Должно быть. Ну, всего хорошего. Завтра и послезавтра целый день отдыхать. Всего хорошего. Ох, чаю очень хочется. Рассчитывал провести вечер в приятном обществе. О, фалляцем гоменум спэм. Винительный падеж при восклицании. Значит, один поеду. Голова. Болит голова, голова. Андрей проиграл. Весь город говорит. Пойду лягу. Завтра я свободна. Боже мой, как приятно. Завтра свободна. Послезавтра свободна. Голова болит. Голова. Через полчаса я буду дома. Только проеду, с ним нужно. Да, да, да. Болит голова, голова болит. Все ушли. Никого нет. В Москву. В Москву. В Москву, в Москву, в Москву, в Москву, в Москву.